Недельный гороскоп создан при поддержке информационного портала Республика ЦЗ. Овен. Вы будете настолько увлечены чем-то одним, скорее всего работой, что перестанете замечать все остальное и можете пропустить важные события. Вам необходимо временно отойти от устоявшихся стереотипов и дать возможность появиться новому в вашей жизни. Если решите кого-то покритиковать, пусть это будут справедливые замечания. Телец. Пришла пора сосредоточиться на работе. Во вторник может поступить информация, которая имеет шанс серьезно повлиять на вашу карьеру. В среду – один из самых благоприятных дней на нынешней неделе. Вы будете полны сил и энергии. Работа будет как будто сама делаться в ваших руках. Так что деловые планы точно осуществятся. Близнецы. На этой неделе не стоит переоценивать свои силы и возможности. Берегите свою деловую и общественную репутацию. Прежде чем соглашаться на заманчивое предложение, стоит все продумать и проверить. В среду постарайтесь не браться за важные дела без тщательной подготовки. В пятницу будьте осторожны, вокруг вас могут оказаться недоброжелатели. Рак. На этой неделе следует заниматься только теми делами, которые уже давно начаты и требуют продолжения. Пятница – удачный день для всех видов интеллектуальной деятельности. В выходные больше внимания уделите своей семье и благоустройству дома. Устройте встречу с друзьями. Лев. Вполне возможно, что вас ожидает значительный карьерный рост. Однако это наложит на вас новые обязательства и еще больше ответственности. Будьте тверды в своих решениях, не меняйте их на ходу, ибо ничто так не подрывает авторитет, как неуверенность и суетливость. Четверг – один из самых сложных дней недели. Дева. Сейчас вы стоите на перепутье. Соберитесь силами и попытайтесь объективно оценить свои проблемы. В четверг может возникнуть непредвиденная ситуация на работе, которая поставит вас в затруднительное положение. С начальством и коллегами при этом желательно не спорить и не конфликтовать. Весы. Создалась благоприятная ситуация для решения старых проблем и задач. Вы окажетесь в центре событий, но постарайтесь сохранить нейтралитет и не принимать ничью сторону. Во второй половине недели вы почувствуете прилив энергии. Вас посетят новые интересные идеи, которые необходимо скорее воплотить в жизнь. Скорпион. На этой неделе самой важной задачей будет обретение влиятельных друзей и получение достоверной информации. В среду лучше заняться завершением важных дел. В четверг не доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при общении с теми, кого давно не видели. Стрелец. Удача может оказаться на вашей стороне. Главное ее не спугнуть. Некоторые люди из вашего окружения могут вас разочаровать и оказаться вовсе не такими, какими вам казались. Начиная со среды, проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, даже если это одобрят далеко не все. Козерог. На этой неделе воздержитесь от рискованных затей. Вам может не повезти. Старайтесь избегать массовых мероприятий. Проведите лучше эту неделю подальше от толпы. Самое лучшее общение сейчас – глаза в глаза. В выходные постарайтесь отдохнуть и восстановить силы. Сконцентрироваться стоит только на самых важных и неотложных делах. Водолей. Вам будет трудно уследить за всеми новостями. Сейчас удачны контакты с коллегами, возможные поездки, командировки или визит партнеров. Но могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями. Некоторые из них могут повести себя совсем не так, как вы ожидаете. В личной жизни не исключены ссоры, связанные с сильной занятостью на работе. Рыбы.
тщательно спланируйте мероприятия понедельника и вторника, иначе будет трудно успеть со всеми делами. Ваши идеи сейчас найдут отклик, так что не бойтесь их высказывать. Не забывайте о родственниках, уделите им хоть немного своего внимания. Выходные проведите с любимым человеком. С чего начинается ваш день? Ваш рассвет с Республикой ЦЗ.